праздник Аянгамялани, пробуждение природы, был восстановлен, возрожден и подарен нам, заслуженным работникам культуры Республики Саха-Якутия Зинаидой Платоновной Никулиной. И сегодня, 22 мая, мы его отмечаем в этом прекрасном месте с оленями, с рыбой, с песнями и с нашим хэдди. И посвящаем мы этот праздник сегодня памяти Зинаиды Платоновны Никулиной, прекрасной дочери эвенского народа. Праздник Аянгамялани – обрядовый. В этот день мы все радуемся долгожданному теплу и ярким лучам солнца. Впереди наше короткое, но благодатное северное лето. В этот день принято подводить итоги, делиться новостями. Народный депутат Елена Христофоровна Голомарева всегда долгожданный и любимый гость праздника. Для нас этот год, можно сказать, год урожайный, можно сказать. Вот пандемийные два года мы работали над федеральным законом, чтобы программа, которая принята на уровне закона о государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне, мы имеем отдельный раздел о государственной поддержке коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни. И впервые вот в 22-м году мы получаем финансирование федеральное для вот оленеводства, родовых общин. И в этом году мы должны на уровне республики построить в арктических районах 4 центра логистических. Это по плану правительства. Будут завозить продукты питания. Ну и в этом году мы впервые за эти долгие годы уже тоже имеем финансирование для отдыха детей с арктических районов на уровне республики и за пределами. Это очень нужная программа, которая была инициирована Республикой Саха-Якутия. Ну и в этом году президент страны Владимир Владимирович Путин озвучил о том, что должен быть принят федеральный закон о северном завозе. То, о чем мы много лет говорили, настаивали. И на уровне Министерства Дальнего Востока и развития Арктики сегодня работает группа. Инициативная группа, где мы тоже принимаем и должны принять активное участие. Эвен забудет об идее сне, но в жизни не забудет об огне. Великий друг эвенов – дух огня. Огонь в домашнем очаге колдун, источник теплых и иных чудес. А дух огня, как человек живой, он собеседник и товарищ всем. Кто с ним во тьме умеет говорить, с открытым сердцем, там местечко есть, надеждам и сомнениям земным. Начинается обряд ритуального кормления огня Улидек. Обряд проводит старейшина венского рода Гендел Анетта Егоровна Абрамова. Огонь хранителя родового очага вена кормят оленем внутренним жиром гачан, специальной прожаренной мукой годаран бросает пучок подшейного волоса оленя. Старинную родовую песню о пробуждении природы поет старейшина венского рода Доткель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Максим Ильич Доткин. Все наши обряды, обычаи, традиции, ритуалы связаны с окружающим миром. Они учат нас, прежде всего, любить и беречь природу и те богатства, которые хранит наша земля. Обряды северян несут в себе большой смысл. Многовековой опыт жизни народа выполняет самые важные функции взаимоотношений человека и природы, сохранение духовного своеобразия народа. Обряд – средство установления живой связи времен, при котором происходит непосредственный процесс наследования опыта предшествующих поколений, их нравственной ценности и идеалов. Это необходимо для восстановления форм, способов и приемов народной педагогики, нравственного и эстетического воспитания молодого поколения. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Действительно, сегодня
мы празднуем пробуждение природы, начало чего-то, как что-то нового, перемен. Вот. И хочется сказать, что этот год, конечно, непростой. И начало этого года было непростым. Как мы знаем сейчас, и международная обстановка очень сложная, как можно сказать, кризисная. Но, тем не менее, наши народы, проживая на своих территориях, продолжают трудиться, работать. И, конечно, наша задача, Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера, создать все условия для того, чтобы наши народы развивались, чтобы проводилась та работа, которая необходима людям на местах. Конечно, наше министерство сегодня в основном занимается вопросами развития Арктики, арктических районов в целом. Это в первую очередь у нас с начала года была задача по обеспечению продовольствия наших арктических районов и труднодоступных, в том числе населенных пунктов. За период работы автозимников мы завели 100% груз, который необходим был для наших районов. И сейчас готовимся уже непосредственно к навигации и тоже будем обеспечивать завоз социально значимых продовольственных товаров. Но кроме этого, по нашей линии сейчас проводится конкурс субсидий на поддержку общин коренных малочисленных народов Севера, на укрепление материально-технической базы наших общин, на поддержку некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера. Вот буквально на днях мы будем подводить итоги этого конкурса. Вот, нужно сказать о том, что продолжает реализацию программы «Молодой оленевод». Мы также провели конкурс среди молодых оленеводов на получение субсидий на строительство и приобретение жилья. Эту проблему мы каждый год стараемся решать. И у людей молодых появляется возможность построить свое жилье или приобрести. И с этого года мы предлагаем также расширить эту программу, чтобы не только молодые оленеводы могли в ней участвовать, но и люди постарше возраста, потому что вообще сегодня это проблема для всех оленеводов, не только для молодых. Вот поэтому над этим мы также сегодня работаем и будем стараться расширять эту программу, потому что мы видим, что, вот, например, в этом году в основном подали заявки неженатые молодые ребята. Да? И у нас как бы приоритет был семейным оленеводом, но мы решили, что вот, очень много одиноких у нас оленеводов, поэтому надо и им тоже в этом плане оказать содействие. Вот, ну, пока год у нас начинается, и все вот с этого праздника начинаются наши календарные праздники коренных малочисленных народов Севера. Поэтому эту работу оленей мы тоже сейчас будем проводить. Июнь – это месяц тоже наших календарных праздников и так далее. Сейчас мы готовимся также к мероприятиям, которые касаются общин коренных малочисленных народов Севера. В конце марта состоялся большой съезд общин, и нужно сказать, что в этом году мы отмечаем 30-летие со дня принятия закона об общинах, и нужно сказать, что в нашей республике общинное движение, оно имеет историю большую, более 30 лет уже, и можно с уверенностью сказать, что наши общины крепко сегодня стоят на ногах, их более 200, сегодня 204 общины зарегистрированы на управление инвестиций, они занимаются традиционной хозяйственной деятельностью, они сохраняют как раз таки языки, культуру, образ жизни коренных малочисленных народов Севера, поэтому поддержка общины – это наша приоритетная задача, сейчас мы ведем работу с федеральными органами власти для того, чтобы поменять статус общин, чтобы они стали сельхозтоваропроизводители и могли получать всю необходимую поддержку от государства в виде субсидий, как сельхозтоваропроизводители. В общем, очень работы много, проводится и мероприятий, и постоянной работы достаточно много, поэтому я надеюсь, что вот эта весна, эти перемены, они все-таки будут позитивными для всех нас. Еще один обязательный ритуал на всех праздниках – это обряд очищения Делбурге. По ходу солнца гости идут к месту проведения обряда, к двум деревцам с натянутой веревкой. Каждый несет с собой лоскуток яркой ткани и, завязывая узелок, про себя проговаривать свое желание. Старейшины пучком багульника обмахивают всех, очищая и благословляя. Абгарбили, есель кембили, аймакан. Абгарбили, есель кембили, аймакан.
Зинаида Платоновна учила нас подпитываться энергией солнца. Необходимо смотреть на солнце через треугольник, образованный из соединенных пальцев, большого и указательного, на обеих руках. Посмотреть на солнце через треугольник пальцев, обернуться вокруг себя, положив левую руку на сердце, а правую сверху крест-накрест, и снова посмотреть на солнце. Это движение необходимо повторить трижды, тогда тело максимально заряжается солнечной энергией. Первый раз мы проводили очень маленьким кругом. Участвовали студенты Арктического института культуры и искусств, студенты, которых вела сама Зинаида Платоновна. Она одно время там вела группу по фольклору. Вот с этого момента, в принципе, праздник тогда понравился. Подхватил, спасибо, большое спасибо, надо будет сказать, Союзу Эвенов. Они подхватили, и теперь этот праздник проводит в основном по инициативе Союза Эвенов. Мы помогаем организационно в основном проводить. Зинаида Платоновна восстановила несколько особенных обрядов по оленям. И когда у нас была пандемия, это тоже опять-таки была ее инициатива, мы провели очищение не только олени, и она причем вспомнила самый старинный обряд, когда мы проводили людей и оленей, эвенов и оленей, через круговые березовые кольца. И действительно, нам помогало это. Ну и, в принципе, тогда же Зинаида Платоновна подняла вопрос о том, что у нас на этом празднике должны проводиться игры, посвященные оленеводу и оленям. И вот с этого момента это стало тоже традицией. Мы это чувствуем, она всегда рядом, особенно сейчас, в этом празднике. И я специально одела ее украшения, чтобы чувствовала, что она здесь. Вот все, что на мне, это ее украшения. И я очень рада, что молодежи много стало. Молодежь, участвуя в этих праздниках, приобщается к традициям и культуре коренных народов Севера. Сохранение самобытности, этнической идентичности и поддержка традиционного образа жизни коренных народов Севера – одна из задач нашей молодежи. Человечество должно сберечь основу традиционной культуры и искусства северных народов. Наш молодежный совет работает по разработкам проектов, вот, различных сфер, ну, в основном в нашей сфере. Вот. Мы выиграли грант на проведение межрегионального суглана молодежи с привлечением наших, получается, соседей из Амурской, Иркутской областей, Хабаровского края, ну, Магадана и так далее. И из Красноярского края, естественно. Радно знать то, что у нас уже, получается, за последние несколько лет наше количество участников, активистов в нашем молодежном совете увеличилось, грубо говоря, я скажу, в 3 раза. Да? А объединять ребят несложно, потому что у нас есть одна единая цель, вот, мотивация – помочь своему народу и помочь, конечно, друг другу. Мы понимаем, насколько это большая ответственность. Тимур Кривошапкин в этом году заканчивает университет, и все студенческие годы он был активистом молодежного совета. Он намерен и дальше продолжать свою общественную деятельность. Каждый год проводим молодежный суглан, школу молодого лидера и так далее. И вот сегодня Аянга Мяна. Богами предков, что мудрее нас, нам до скончания света дан олень. Олень исчезнет, вымрет и народ, зачахнут тут же тундра и тайга. Олень исчезнет, с ним и шар земной, сам обезлюдит без северян. Как видно, человечеству всему иной судьбы природой не дано. Так пусть живет и взрастует всегда наш верный друг олень. И как носил, пусть носит солнце на своих рогах. Обряд очищения и кормления оленей. Старейшина подносит обрядовую пищу – ягель, соль, молодую траву. Пока кормят оленя, остальные веткой ивы очищают шерсть. После этого его на поводу проводят по кругу. Участники обряда бросают перед оленем траву, как пожелание всего самого хорошего.
В праздник северные народы в благодарность оленю за то, что он так много значит в их жизни, украшает его праздничным оленем убранством. Олень – неповторимый дар небес, божественное чудо на земле. Не знаем мы другого существа, которое вот так же целиком и навсегда могло бы посвятить служению человечества себя. Загадка мира – северный олень. С начала мироздания до сих пор ее еще никто не разгадал. В конце обрядовой части все участники закружились в Венском хеде. Ведет праздничный танец знаменитый запевала, виртуоз, знаток венского фольклора Максим Ильич Дудкин. Урья! 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 Индо! 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 Ихотан! 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 Ихорико! Ихорико! Ихохедё! Ихохедё! Ай, мамакан! Ай, мамакан! Эррелико! Эррелико! Дуникэнне! Дуникэнне! Хэджангэлдэ! Хэджангэлдэ! Организатор обрядового праздника, старейшина венского рода Хиндл Анетта Егоровна Абрамова, с прошлого года руководит фольклорным ансамблем «Долгунча». Таким было желание Зинаиды Платоновны. Зинаида Платоновна мне оставила свой ансамбль «Долгунчу», ну, доверила мне, как говорится, да. И это мы не стоим на месте, мы работаем во всех конкурсах. Нынче столетию СССР у нас мероприятий очень много было, и мы во всех мероприятиях, вот этих конкурсах, онлайн-конкурсах выступили. И там были несколько раз лауреатами. У нас дипломы во всех. И даже на выставках у нас есть дипломы. У нас в Долгунче есть мастерицы. И мы костюмы сами шьем. Вот эта мастерица у нас, например, ну, готовится на мастера, работает на мастера, Колесова Елена Романовна. Угу. Так, Долгунче сейчас в данное время 9 человек, состоит из 9 человек. И мы, конечно, у нас без Зинаиды Платоновны очень плохо, хотя, ну, стараемся оправдать ее работы и ее начало. Вот, обряды делаем, в основном обряды делаем и выступаем в разных мероприятиях. И нынче у нас 15-летие Долгунчи, водка будет. Это мы отмечаем это 15-летие в ноябре. И вот сегодня у нас Аявна Мяланне, ее 13-го года Платоновна как начала вот это мероприятие, и каждым годом этот день отмечается рождение олененка и пробуждение природы. Поем хэджа, делаем обряды, и после этого у нас после обрядов обычно, ну, все бывает так благополучно. Обряд это очень даже большой у венов, например, да. Делаем вот эти, кормим оленей, кормим дух огня,
вот этот костер. И вот все это нам научила и оставила Зинаида Платоновна. И мы будем также работать и каждым годом вот так и ну, будем работать, вот, продолжим ее дело. Тенкари дялби би хуну эр инэнгэдин аянна мэлланни инэнгэдин бакача бутна эскэрэм абгар нэсэлкэн билдэ аймакан. Праздник Аянгамялани уже имеет свою историю и своих почитателей. В этот прекрасный день мы все напитались энергией солнца, очистились душистым дымом ханкос, попробовали национальные блюда и насладились общением и творчеством народных ансамблей и солистов. Я завязала лоскуток ткани на Долбурге и загадала свое самое заветное желание, которое непременно в этом году сбудется. Загадала здоровье, счастье, благополучие всем своим сородичам и жителям Республики Саха-Якутия. Вот и встретили мы наше лето после долгой суровой зимы, наше короткое, яркое и красивое лето. Всех с праздником! Айч билде, джуляскида, бакалдамистала. Эвенский дух высок, как облака, непоколебим и крепок, как алмаз. И если мы здоровье наших душ передадим потомству, то тогда в чреве мироздания мой народ рождаться будет вечно, чтобы жить. Hey, Mama, can I, 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 Mama,